кабинете. Нам очень жалко, что нет всех преподавателей дополнительного образования, потому что мы, конечно, подготовились и написали благодарственные письма и букеты цветов. И мне от всех наших депутатов местной администрации хочется поблагодарить в первую очередь вас, Наталья Юрьевна, за такую организацию. Спасибо огромное. Наша школа на хорошем счету в районе, и поэтому нам очень приятно. И еще, я думаю, вам немножко повезло, что в нашем округе вы у нас одни, мы вас, конечно, пестуем, балуем и всегда стараемся уделить внимание. И хочется поблагодарить всех педагогов дополнительного образования, которые развивают творческие способности наших ребят, борются за здоровый образ жизни, чтобы дети по подворотням не ходили где-то, а занимались полезным делом. Спасибо всем педагогам. Поэтому